Анастасия Назаровна. Я сказала не очень. Ну, пожалуйста. Не очень. Ну, хоть что-то еще спросите, а? Ты будущий преподаватель литературы, Твердохлебов. Разве можно с такими знаниями что-то дать детям, мальчикам и девочкам? Я дам, я знаю. Да, что вы дадите? Все. Слушать не хочу, не вот. Ну, пожалуйста, я все знаю. Ну, милый мой, я все читал. Вы уже порадовали меня, то, что вы читали, все, что сказали. Я уже наслышан. Ну, хоть что-то еще спросите, а? Пожалуйста. Нечего мне спрашивать вас. Ну, пожалуйста. Муму кто написал? Муму кто написал? Кто написал Муму? Муму написал этот, как его? Кто? Сейчас. Ну, хорошо, Амцири. Амцири? Да. Амцири написал сам автор. А? Точка Амцири. Больше ничего не хотите мне сказать? Вроде нет. Хорошо подумали? Ну, как бы. Как бы. Вот именно как бы. На дне. На дне. Про что роман? На дне рождения. А, нет, просто роман. На дне. Роман. На дне. Да. Про что? Да. Про водолазов. Каких водолазов? Морских, естественно. Дать бы вам полбу сейчас, Твердохлебов. Чтобы все водолазы вылезли оттуда. Понятно ли нет? А мать? Моя мать? Нет. Ваша мать? Просто мать. Чья мать? Мать кто написал? Горький. То есть, правильно, Горький. Правильно. Отцы и дети. Отцы и дети, там точно я знаю про что. Короче говоря, так, слушайте, Рахлебов. Там про отцовство. Вторая фамилия Новикова. Отвечаешь? Еще буду разговаривать? Нет. Я с тобой разговор закончила. Новиков тире. Новиков тире. Новиков, подсказка, при. Новиков, Новиков при. Это... Пришел. О, приехал. А, сейчас. Приболел. Сейчас. Да я знаю. Новиков признался. Хорошо, что вы мне признались, Твердохлебов. Но педагогом вы будете только через мой труп. Через мой труп, я сказала. Через ваш труп? Да. Ладно. Будем думать. О чем вы там подумали, Твердохлебов? Ну-ка, ну-ка вернитесь обратно! Твердохлебов! Твердохлебов! Здравствуйте. Здравствуйте. Фамилия? Яшкин ВП. Яшкин ВП. Ну что, Яшкин, хочу вас обрадовать. На моих 20 лекциях вы были только на двух. Понимаете, я еще просто подрабатываю в лаборатории, не насыпаюсь и... А больных вы как будете лечить? Точно так же объясняю, что вы были на подработке? Ну, я учил. Вы знаете, в моей памяти был только один студент, который сдал все экстерном. Это Ульянов Ленин. Все зависит от вас, все может быть. Яшкин, все может быть. Тяните билет. Раз, три, четыре, пять, начинаем держать. Побыстрее, сейчас, может. Думайте сами. Побыстрее. 8. Читайте, 8. Миелоцеребровегетодистония клерикального типа со стратокальным уклоном, стадии полипозного ханального синусита, рецидивирующего правоспорольную дивергентного. Очень хороший вопрос. Хороший, легкий вопрос. Прошу вас, Ляшкин, отвечайте. Профессор, извините, пожалуйста, можно еще одну попытку? Минус 2 балла. Почему 2? Вторая попытка. Номер 5. Что там? Читайте. Основные признаки беременности женщины. Очень хороший вопрос. Признаки беременности, прошу вас. Побыстрее. Значит, признаков беременности бывает у нас несколько. Для того, чтобы определить, беременна ли женщина или нет. Она бывает беременна... И не беременна. И не беременна. А когда беременна, какие признаки? А когда беременна, женщина имеет следующие признаки. Значит, какие она имеет признаки, беременная наша женщина? Какие она имеет признаки? Сейчас. Если женщина беременна, у нее, значит, несколько отличий, по которым можно определить то, что она вот
беременная. Действительно, много отличий, какие? Значит, отличия? Самое главное отличие от беременности женщины и определяющие основные отличия такие. Они таковы. Значит, плохое настроение. Ну, все может быть, да. Плохое настроение? Да. Если беременна, сразу плохое настроение. Ну, не у всех. Ну, допустим. Так, еще. Большой живот. Ну, естественно, она беременна. Так, живот, да. Значит... Нет. Сейчас. Могут выпадать волосы. Могут выпадать волосы. Так, еще какие-то... Кривые ноги. Может быть, но я так понял, это все. Это все ваши признаки беременной женщины, да, Ляшкин? Все признаки беременной женщины. Много их у вас. А теперь смотрите, Ляшкин, внимательно. Все знают, что у меня кривые ноги, правильно? Нет. Большой живот. Выпадают волосы. И у меня очень плохое настроение при виде вас. Очень плохое. Вот когда, Яшкин, я рожу, приведете ко мне на экзаменовку.